Иоанна в 5 стишке, 18, 5 главе 18 стишка написаны такие слова. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Храни себя. Храни себя. Будь тем рожденным свыше, которому враг душ не прикасается. Храни себя от разговоров лишних, которых темы не тебя касаются. Храни себя. Храни свой слух и зрение, чтоб не принять того, что душу пачкает. В неславящем Иисуса славопрение пусть ты и твое сердце не участвует. Храни себя. Храни себя с молитвой. Пусть под контролем будет размышление. Ведь жизнь, она всегда как поле битвы. Оказывай врагу сопротивление, не дай упасть на сердце черной тени. Воспользуется враг минутой слабости, перед грехом поставит на колени, запачкает, лишив духовной радости. А если разум действовать не станет, ты раздражен, что все не так, как хочется, поверь. Враг твою душу глубже ранит, и леденяще злобно расхохочется. Не признак это слабых или трусов, когда, заметив тени в душу павшие, ты позовешь на помощь Иисуса. Он обезвредит тени, ядом ставшие. Вооружись, как воин на рассвете, прочти главу Священного Писания и попроси Отца, как просят дети, помочь тебе пребыть в богоискании. Храни себя не силами своими, пусть сердце к Иисусу простирается. Ты защищен, нося Иисуса имя, к рожденным свыше враг